Всем привет, привет! Вот сегодня мы уже собирались уезжать, но нам сказали, давайте пойдем в одно шикарное место. Вот сейчас покажут нам это место здесь же. Посмотрите, какие цветы, мамочка! Вау! Вау, вау, какая прелесть! Я так люблю вот такие цветы. Смотрите, их как много. Вот, это называется Баридзор или как-то что-то типа этого. Здесь тоже речка идет. Вот, видите? Это вот еще одно новое видео. Попробую снять. Речка вон она там, видите, какая? И здесь вот камни, горы. Камни такие красноватого цвета. Видите, какие интересные камни? Вот здесь вот прям красного отдается, я не знаю почему, но здесь камни красные. Вот такие камни. Здесь вот такая речка. Здесь мы доехали на машине, а здесь уже идем пешком. Смотрите, красные камни. Дай бог, чтобы пройти еще тут. Вот. Ой, смотрите, какая красота. Смотрите, какая ель здесь. Ну все, пройти там невозможно. Сейчас будем перепрыгивать. Буду прыгать сейчас. Смотрите, какая. Энкомов, это. Пошлите обратно. Пошлите обратно, отсюда не сможете. Видите, да? Вот лев, лев. Она лев, понимаете, да? Она прошла отсюда. Сейчас я эти пойду. Сейчас эти пойдут, вот перепрыгивают речку. Все, Даня тоже прошла. Все, сейчас пройдет дядя и нас переведет. Все, бабка прошла оттуда вот. Я сама, оказывается, прошла. И вот, смотрите, как красиво здесь. Это мы уже поднимаемся в горы. Вчера были в лесу, сегодня поднимаемся в горы. Смотрите, какая красота. Как можно не снять вот это все. Смотрите, такие камни здесь. Вот. Конечно, сложно идти здесь, потому что вот деревья прямо на камнях растут. Смотрите. Ой, какая прелесть, смотрите. Я, как всегда, отстаю от всех, потому что мне хочется поснимать. Вот. Вот так смотрится все. Смотрите. Машину оставили там. И идем пешочком. Такие травы здесь. Не знаю, что за трава. Тоже интересная. Вот. Сейчас посмотрим. Ой, запах такой хороший. Шушан, здесь трава какая-то. Смотри, такой запах хороший. Трава, запах такой хороший. Вот так. Вот вся гурьба идет наверх. Смотрите, какие камни. Еще здесь черного цвета. Вот та сторона красный цвет, а здесь у нас черный. Видите? Еще речку проходить. Как мы будем проходить? Придется снять носки и прыгать. Смотрите, какие интересные. Вот. Показываю. Смотрите. Вот эту речку я сняла свою обувь. И сейчас буду проходить. Не знаю, как я пройду, но я как-то пройду. А вот мы золото ищем. Смотрите, как классно. Я увидела. Вот как золото ищет, видите? А вдруг найдем сейчас. Вот так. Вот наша идея. Короче, ребята, я прошла. Представляете? Прошла. Теперь надо догнать еще моих. Никогда не думала. Смотрите, какой цвет синий. Камня. Представляете, какой цвет красивый. Красный, а здесь синего цвета, голубого прям. Вот что за камень, смотрите. Мне вот хочется камни поснимать. Вот здесь все есть, но смотрите, какая красота.
Смотрите, какая красота. Это камень такой. Ой, мои уже ушли. Вот камень такой. Вот так поднимаемся в горы. Ой, ваша Диана стала скалолазом. То в лесу вчера была, то в горы сегодня поднимаюсь. Мои все ушли. Вон дерево такое красивое. Так, пошла дальше. Вон там, смотрите, красные камни видно отсюда. Сейчас найду своих и дальше буду снимать. Красота! Ой, какие они красивые. Пейзажи прямо. Смотрите, какая красота. Сейчас. Упадет. Не упадет? Нет. Ну все, бегите. Я спустилась. Видите, как идет речка, классно. Только Лусина могла меня сюда привести. Если бы я знала, что здесь вот такие горы, я бы, конечно, сложно бы пришла. Вот. Смотрите, как красиво. Смотрите, какие камни. Прям везде вот так. Смотрите. Ой, какая прелесть. Даже камни красивые здесь. Представляете? Это кто у нас? Дуб, клен? Дуб, наверное. Это дуб, наверное. Смотрите, какая красота. Господи, боже мой. Смотрите, какой огромный камень тут. Смотрите. Лес. Вот здесь вот золото добывает. Ну, можно немножко. Вот сейчас видели, как я показала, как он золото очищает. Вот там набирает песок. И можно найти золото здесь. Представляете? Вот. Вот такая натуральная ель. Я вот где вижу эти камни, обязательно буду снимать. Смотрите, какая прелесть. И вот здесь, смотрите, какая ель огромная. Ай, огромная прям. Тоже интересно в горы подниматься. Вчера в лесу были, сегодня в горах. Тоже интересно. Растения такие суперовские. Тоже, видите, какой камень интересный. Здесь вот так лес. Горы и лес. И вот такая водичка, смотрите. Видите, красные камни? Вот эта водичка, она, говорят, лечит. Вот грязь, видите? Делает грязь. Артрит, артроз, снимает боли. Артрит, артроз, снимает все боли. Смотрите, грязь, вот, нас сюда привели, чтобы мы посмотрели. Видите, вот так мажешь, а потом можно все стирать. Эса, часть она... Видите, как? Вот нам надо было набрать вот этого. И дома как маской пользоваться. Ой, какая красота. Слушай, энергия такая. Мощь. Нет. Шлёпки сними. Смотрите, какой цвет. Видите? Это еще после дождя. Это еще после дождя. Как золото, видите? Вот. И когда вот здесь солнышко, вау, смотрите, грязь. Вот, он лечит артрит, артроз. Надо было забрать что-нибудь, чтоб с собой. Видите? Постою сейчас, и я подлечусь. Да, ноги болят? Да, у меня очень болят ноги. Вот так. Без тапочек зайди, потом помоешь. Вот так. Все, вот я принимаю грязевые ванны. А сама речка вот такая. Отсюда набирают воду. Вот видите, прям набирают воду. И можно потом все время руки
ставить туда, это у кого есть вот, болезни костей и всякое такое, вот это лечит. Представляете, подниматься нужно было, конечно, очень высоко. Многие даже в Армении, живя здесь, не знают, что есть вот такой вот ручей. А здесь такая энергия мощная. Прям просто супер. Вот, вам показала еще одно чудо в Армении. Осталось еще одно. Вот это называют золотая река. Золотая речка. Потому что когда солнце, вот видите, оно вот так прям блестит все. Сейчас вот после дождя, а когда солнце, вот это все блестит как золото. И поэтому называют его золотой ручей. Это ручей. Золотая река. Сейчас мы вот наберем воды, бутылки взяли с собой и будем лечиться. Вот так, чудо света. Приезжайте в Армению и увидите, какая здесь красота. Реально, вот это экотуризм натуральный. Все супер классно. Так, ну все, мои дорогие, закончили наш поход. Вот она я была здесь. Вот в такой красоте. Вот здесь. Вот видите, теперь спускаться буду с этих гор. Дай-то Бог нормально спуститься. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тут надо везде быть скалолазом. Все. Я был тут. И себя запечатлела. Все. Ой, все. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрите. Я постараюсь показывать вам интересные места в Армении, потому что я сама в восторге от этого. У нас начался дождь, и нам быстрее надо спуститься, а то мы промокнем. Тут дождь как ливень такой идет резко, и резко потом солнце выходит. Вот так. Все. Показываю еще раз. Мы спускаемся сейчас. Все. Всем пока-пока. Я вас люблю. И спасибо, что смотрите. Пока-пока. Теперь, может быть, еще поснимаю, но лучше посмотрим. Не обещаю, в общем. Так что дождливый день, может, мы сейчас уже уедем домой. Все, пока.